Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed 2012 год в красивом черном цвете, на обвесах бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 118 лошадиных сил АКПП, передний привод, красивые литые диски на хорошей летней резине, пробег 153 тысячи километров, имеются повторители в зеркалах, ветровики. По салону чистый темный ухоженный салон, не прокуренный, три ряда сидений, климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, имеется мультируль, одна электродверь, антиюз, электрорегулировка зеркал,